Другим темам. Природная аномалия в Ставропольском крае. Там выпал крупный град. Кое-где с неба сыпались куски льда размером с теннисный мяч. И все это сопровождалось сильным дождем и ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Тем, кого стихия застала на улице, пришлось нелегко. Есть данные о пострадавших в Железноводске. Госпитализированы 10 человек, в том числе ребенок. Основные диагнозы – ссадины, ушибы, сотрясение мозга и даже перелом. Как предполагают медики, скорее всего, пациент упал, когда пытался убежать от посыпавшихся на него градин. Повсюду сломаны деревья, повреждены кровли домов, разбиты десятки автомобилей. Машины все побитые стоят. Стекол нет, фар нет. Тачку разбила полностью. Вот это град у нас был. Тут еще больше куски были, только не потали. Пострадали и посевы, ущерб еще только предстоит определить. Кроме того, град оставил без света 14 поселков, поломаны десятки опор ЛЭП. Также в некоторых населенных пунктах нарушено газоснабжение. Еще половина растаяла.